Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Заработай сидя дома, и с вами, как всегда, Роман. И в этом видео я расскажу вам, как зарабатывать на аирдропах, которые мы воркаем, в пару раз больше обычного. Покажу все пошагово, а также покажу сервис, который нам понадобится для этих действий, и поделюсь с вами своим промокодом, который даст вам 3 гигабайта бесплатного трафика. Надеюсь, видео будет для вас полезным, так что ставьте лайк и поехали. Итак, начать хотелось бы с банального примера. Есть вот у нас аирдроп, с которого за определенные действия мы получили 52 доллара. Кстати, если бы я немного меньше спал, то мог бы продать еще дороже. Так вот, это сумма, которая выходила на один аккаунт. Теперь представьте, что вы сделали таких аккаунтов 10. И уже получается, что вы заработали не 52 доллара, а 520 долларов. А это на минуточку уже чья-то зарплата всего за несколько минут потраченного времени за компьютером. Так вот, в этом видео я постараюсь вам доступно объяснить, как обузить дропы и вносить с них намного больше суммы. Так, ну и как вы знаете, если с одного IP создать несколько аккаунтов в airdrop, то вас попросту сбреют, и ни на один из аккаунтов вы не получите airdrop. Для того, чтобы проект не мог отслеживать то, что это все ваши аккаунты, вам нужен качественный прокси. Лично я сам пользуюсь вот этим проектом, ASX, и сейчас по-быстренькому наведу его пару плюсов. Первое — это то, что тут мы платим только за использованный трафик. Если в других сайтах по предоставлению прокси вы платите именно за тариф, то есть, например, там за 10 IP вы платите условных 40 долларов в месяц, то тут вы платите только за тот трафик, который вы используете. Потому что, к примеру, на тех 10 IP вы просто там зашли, потыкали дайлики в проекте, вы не потратите 10 гигабайт интернета за месяц. Ну и получается, что вы переплачиваете. Тут же, как я уже сказал, вы платите только за тот трафик, который вы использовали. Ну и еще один огромный плюс — это то, что цена за трафик действует на все виды IP. Какие они есть, я покажу чуть позже. Также у проекта большая база локаций и большое количество различных IP-адресов. Ну и помимо этого, в прокси от ASX достаточно хорошая скорость соединения, а также анонимность на высоком уровне, что не позволит проектам отследить то, что вы обузите их с одного компьютера. Так, ну и давайте пошагово. Первым делом вам нужно будет создать аккаунт на ASX. Нажимаем «Регистрация», вводим почту, пароль, подтверждаем пароль, галочка «Капча» и нажимаем «Зарегистрироваться». После этого вы либо нажимаете вот тут «Пополнить», либо вот тут переходите в «Тарифы». И у вас будет окошко, куда ввести промокод. Вводите промокод «Заработок» английскими буквами. Также он будет в описании, в закрепленном комментарии, и сейчас он у вас на экране. Обновляете страницу, и вот тут у вас появляется сразу 3 гигабайта бесплатного трафика. Так, отлично, трафик мы получили, что же делать дальше? Дальше нам понадобится антидетект браузер, для этого отлично подойдет Dolphin. Просто пишите его название в гугле и приходите на вот такой вот сайт. Дальше нажимаете «Скачать» и устанавливаете программу себе на ПК. У вас открывается вот такая вот программка. Тут есть также платные тарифы, но нам с головой хватит бесплатного. Бесплатный тариф позволяет создавать 10 аккаунтов, что в принципе достаточно, чтобы уже более-менее выносить нормальные дропы. Так, тут мы нажимаем «Создать профиль», вводим название профиля, это не важно, тут тип профиля можно выбрать «Крипто». Стартовые страницы также можете себе настроить, например, чтобы сайт с аирдропом у вас сразу открывался при запуске. Ну и дальше у нас идут прокси. Тут мы нажимаем «Новый прокси». Как видите, Dolphin также советует прокси от ASX. Возвращаемся на ASX и нажимаем «Создать новый порт». Дальше нам нужно выбрать тип прокси. Я говорил вам, что чуть позже расскажу. И давайте же разберемся, в чем тут разница. Итак, мобильная — это сотовая связь. И дело в том, что в мобильных прокси IP-шник может иногда меняться. То есть, если вы зашли в airdrop с одним IP, то, например, через пару дней после перезахода IP может обновиться, и тот же сайт с airdrop'ом вас разлогинит и попросит зайти заново. Резидентные профили — это IP-шники реальных домашних ПК, и в них будет всегда статичный IP, то есть IP всегда будет один. Ну и корпоративные прокси — это уже прокси на серверах, где, соответственно, будет высокая скорость интернета. В общем, меня устраивают резидентные, дальше мы переходим в страны. Выбираем любые из стран, смотрим, конечно, по пингу, чтобы более-менее был хороший пинг. И в некоторых из аирдропов есть ограничения на некоторые страны. Так что обязательно выбирайте ту страну, на которую нету никаких санкций и которую не блочат в аирдропах. Лично я выбираю Германию, так как она везде проходит. Выбираем, например, также Германию. Выбираем любой регион и любой город. Так, дальше тут мы оставляем все то же, как все стоит, и нажимаем «Создать порт». Так, ну вот и все, прокси готовы. Так, теперь вот тут, где ссылка, выбираем SOX5. И вот это все, это ваш токен для того, чтобы подключить прокси. Вот тут нажимаем «Скопировать», переходим в Dolphin, нажимаем SOX5, и вот тут вставляем то, что мы скопировали. Нажимаем на пустое место, и сейчас оно будет обновляться. Так, обновилось, и как видите, нам уже определили наши IP, уже нас видят как гражданина Германии, который проживает в таком-то городе.
И теперь на любом сайте вас будут видеть точно так же. Так, ну и сейчас еще покажу быстренько настройку. Нажимаем расширенная конфигурация. Операционная система, советую ставить 10. WebRTC, подменять. Canvas, ставим шум. И вот тут также шум. Вот тут у нас процессор и видеокарта. Если обузим один какой-то проект, советую где-то через каждых 5-10 аккаунтов желательно менять вот тут процессор и видеокарту. Так, вот тут мы также ставим шум. Тут все пропускаем. И уже в самом низу, вот тут, ставим также галочку. Все, вот наш профиль готов. Нажимаем вот тут новый отпечаток. Создать профиль. Ну вот и все. Нажимаем запуск. У нас открывается вкладочка. Заходим на любой сайт, который нас интересует, с AirDrop, соответственно. И используя новые соцсети и новый кошелек, регистрируем по своей реферальной ссылочке, если такая имеется, еще один аккаунт в проекте. Таким путем вы можете создать себе 10 аккаунтов и, соответственно, получать с проекта уже условных не $50, а 500. Так, сейчас минутку покажу, где покупать социальные сети, и еще вернемся на ASX. Как я уже сказал, для каждого нового аккаунта в дропе понадобятся также новые социальные сети, и для этого могу вам порекомендовать вот такой вот ботик. Ссылку на него я также оставлю в описании, просто его запускаем, нажимаем каталог. И тут можно купить как KYC-верификацию на бирже, так и аккаунты. Смотрите, нажимаем аккаунты. Например, нам нужен Twitter. Нажимаем Twitter и покупаем либо за 20 центов один Twitter аккаунт с нулевыми подписками, либо там, где уже есть 10-20 подписок, но уже за 70 центов. Нажимаем, например, купить, пополняем баланс бота, оплачиваем, и вам сразу приходят данные для входа. Потом просто меняйте пароль и пользуйтесь сколько вам угодно. Бот надежный, бот безопасный, все окей. Напомню о своем телеграм-канале, в котором я ежедневно публикую всякие раздачи, с которых мы зарабатываем крипту без вложений. Так что, кто еще не подписан, ссылка будет в описании, там же будут мои другие каналы, на которые советую подписаться. Также вы можете дополнительно зарабатывать на ASX на партнерской программе. Переходите в партнерство, вот тут где показать еще, нажимайте создать код, и вот по таким вот условиям зарабатывайте на партнерской программе. 10% комиссии с первой выплаты и 7% комиссия с последующих выплат. Также есть привилегированные условия, где проценты уже намного выше. Так, ну и напоследок, когда у вас уже закончатся гигабайты по моему промокоду, просто нажимаем вот тут «Пополнить», выбираем удобную для нас платежную систему, например, USDT TRC20, вводим условную сумму и нажимаем «Пополнить». Дальше вам дают адрес, просто копируем адрес, переводим с биржи либо с кошелька на этот адрес ровно 100 USDT и дожидаемся, пока тут проходит оплата. Ну и в принципе все, после пополнения создаем себе порт, и пользуемся без переплат, платим только за использованный трафик. Повторюсь еще раз, если вы собираетесь обузить проекты, то ASX будет самым удачным выбором. Ну а надеюсь, видео было для вас полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. По традиции вам желаю только профита и побольше бабок. И до новых встреч.